На 5-м этаже дома номер 16 на проспекте Ленина произошло возгорание. На вызов приехали 3 пожарные машины и 9 человек личного состава. Моя мама сегодня устроила неумышленный поджог своей квартиры. Свечки поставила, чтобы помолиться там Всевышнему. Но намолилась так, что свечки загорелись. Ну и пожар в квартире произошел небольшой. Спасибо пожарникам, приехали вовремя, все потушили. Виновница возгорания Антонина Степановна, ей 93 года. Пожар в ее квартире начался в 11 часов дня. Женщина часто остается дома одна, но сегодня сын оказался в квартире, что и помогло избежать трагедии. Но потушить возгорание своими силами ему не удалось. Александр вызвал пожарную бригаду и скорую помощь. Службы спасения прибыли в кратчайшие сроки. Никто не пострадал, бабушка отделалась легким испугом. Как у нее состояние? Хорошее. Соседи давно опасаются за свое благополучие. В таком возрасте, говорит соседка снизу, нельзя старикам жить одним. Либо спалит себя и других, либо затопит, либо газ вовремя не перекроет. Но она живет одна и говорит, видите, зажигает свечки, молится Богу. Так это она в любое время, она всех спалит. Да я боюсь, конечно. Благодаря слаженным действиям пожарной команды, возгорание удалось ликвидировать в течение минуты. Его площадь составила 2 квадратных метра. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События.